Казахстанские археологи нашли древнюю монету. Ей почти 2000 лет. Таких нумизматических находок археологи еще не совершали. На медной монете изображен неизвестный правитель, а с другой стороны ученым удалось распознать тамгу государства Кангюй. Артефакт был найден случайно во время раскопок на городище Ужбастобе. Предположительно, на его территории в период со 2 века и до нашей эры и по 4 век нашей эры располагалось государство Кангюй. Монета была покрыта толстым слоем окислов. Ученые считают, что найденная монета поможет собрать дополнительную информацию про экономические и торговые связи древнего государства. Подобная монета найдена в нашем регионе впервые. То есть в процессе археологических работ насчет правителя есть сомнения, поэтому условно предварительно определили. Вот. Более тщательный анализ дадут эксперты в этой сфере. В этих местах археологи ведут раскопки уже 6 лет, и за время раскопок ученым удалось найти керамику и орудия труда.